Утро уже наступило. Кто здесь спит? Кто не хочет ни с кем поздороваться? Ау! О, привет! Скажи всем привет! Спит тут под орхидеями. Привет, ребятки! Всем доброе утро! Всем хорошего дня! Всем отличного настроения! Всем большой привет от меня! Все, начинается новый день! Вон стоят наши самки. Папа нам привез гаража самки. Думали, что будет сильный снег. Всем привет. Но снега нет. У Кости истерика. Хочу кататься на санках. Да, ты хочешь кататься на санках? Да. А снега нет. А что делать? Ну, ты взял снежколеп. А что лепить? Ну, пойдем посмотрим. Нам надо и в магазин, и прокататься. Ну, а как мы на санках? Мы-то, конечно, их можем тащить. Мы же по асфальту будем их тащить. Как мы будем их по асфальту тащить? Я не знаю. Не знаешь, я тоже не знаю. Ладно, пошли посмотрим, что там сегодня на улице. На улице мороз, но посмотрим. Привет, ребята. Снега все меньше и меньше. Энтузиазма все больше и больше. Ну, вот тут можно было немножко, может быть, прокатиться, но тащить санки по асфальту на себе совсем не хочется. Мальчик съехал с санки. Мальчик на санях съехал? Да. Ну, может, ты сейчас попросишь, он тебе разрешит тоже скатиться. Ну, посмотрим. Так, немножко морозец, хорошо. Приятная погода, солнечная. Так что всем хорошего настроения и прекрасного дня. Зашла сегодня на базар. У нас тут сегодня копчености, вкусности разные. Молочка, рыбка. Много всего. Сегодня очень большой выбор всего-всего-всего. Брынзочки, творожка, яичек. Я, наверное, сегодня что-то вкусненькое прикуплю. Мне так нравится вот такой вот интересный, красивый творожок. Молочного куча. А я хочу пойти солености купить. Вот специи парень продает, классный. Так, сейчас вот разные сыры, сметанка. Как все вкусненько. А я хочу своих соленостей вкусных. Молочный, ты сюда? Да, сюда молочный, да, заходите. Спрашивают молочный корпус. А я иду в солености. Разные солености. Очень много. И вот тут мой любимый Сережа. Со своими соленостями. Хочу капусты. Вот, хочу вижу, морковки. Который... Да, да. Тоже хочу попробовать все. Тут столько много всего-всего вкусного. Сейчас обязательно что-то прикуплю. Так что, ребята, приятного аппетита. Хочу капусточку, огурчики, помидорчики, баклажанчики. Я хочу капусточку с этим, с яблочком. Сладенько. Да, да, вообще можно со мной поделиться. Блин, да, красиво, видите? Все женщины уходят от него. Надо кушать овощи, фрукты, ребята. На базаре у нас сегодня куча народа. Выходной. Выходной. Надо немножко потолкаться. Одесский базар. Людей. Бананы. Ага, хурма. Что тут раздают? Ага, очередь за фруктами. Тут кофе, а специи молят. Цукаты. Здесь овощи, фрукты. Чем огурец? 65. Ага. Брокколи такая страшненькая, 50. Цветная 50 гривен, с ума сойти. Масла разные продают. Что хочешь. Ой, я против течения. Испанские мандарины. В общем, базар сегодня кипит, ребята. Я набрала солености. Ой, это я куда-то в вещи зашла. Сейчас через корпус и домой. На базаре, как всегда,
На базаре, как всегда, работа. Торговля. Торговля кипит. Тут яблочки. Яблоки по 22 гривны. 25, 45. Груши 60. Яблоко 20. 22. Много очень яблок. Очень много яблок. Груши еще есть даже. Но я пока не буду брать яблоки. Потому что надо... Тут рубин 25. Большой выбор. Семеринка, муди. Яблоко, персик. Черный принц, гала. Чемпион. Еще куча. Вот груши Бера по 70 гривен. Ребята, примчалась, замерзла. Ужас. Вроде и мороз не сильный, там минус 4 или минус 3 градуса, но просто капец. Прибежала, вот сварила тут себе борщик, себе, всем сварила борщик сегодня зеленый. У меня был шпинат замороженный и такой вкусненький, сейчас буду кушать. Сварила целую кастрюлю зеленого борща. Вот, и вот то, что я купила, зачем я бегала, собственно, на базар. Это вот за этой капусточкой с яблочком. Очень классная. Вкусная-вкусная капуста. Морковочку мою любят. Ну, а себе взяла такой бурячок. По-моему, он с сельдереем идет. Очень вкусный. У нас с Костиком сегодня планы такие. Он просит свое печенье любимое. Песочное. Ну, заодно сделаем тертый пирог. Короче, у нас работы с ним сегодня целая куча. Уточка. Красивые печеньки, да? С рыбкой. Угу. Ну ничего страшного. Ничего. Получится такие красивые печеньки у тебя, да? Да. Привет. Слушай, мастер. Мастер на здоровье. Делай, Диан. Только хорошо выдавливай, да? Да. А кого еще? Свинку. Хрюшку. Хрюшка. Так, это же, да? Сейчас на противень положим, будут такие печеньки. И сделаем еще пирог, да? Да. Вот такой помощник. А там еще есть место? А вот там наверху, смотри, можно да, что-то еще. Подбери. Рыбка, наверное, поместится. Ну да, попробуй рыбку. Ну, здорово. Класс. Так, сегодня вот такой у нас тертый пирог поставили. Печеньки сделали, поставили пирог. Еще минут 20 и допечется. Костика получились вот такие печеньки. Хрюшки, зайчики, рыбки, птички. Любит он такие печенюшки. Очень простое тесто, песочное. Выдавили и этими, ну, формочками. И классно. Бегает, грызет. Полезно, из натуральных продуктов. Так, ребята, сейчас уже будем вытаскивать наш пирог. Уже, мне кажется, он готов. Главное не передержать. Сейчас подставлю подставочку. Печеньки. И пирог. Прихваточку наденем. Ой. Опа. Такой тертый пирог у нас сегодня получился. Замечательный. С этим, с персиковым вареньем и с орешками. И вот такие вот печенечки. Приятного аппетита. Скажу я всем нам. Лиска наша пошла грызть цветы. Кот, наверное, знает, что он хочет. Видите, что творится? Это, кстати, очень хороший цветок, который очищает воздух. И, видимо, котам нравится. Траву ей садили. Она не хочет траву есть. Трава высыхает. Она вот этот наш хлорофитум. Я специально не обрываю вот этот низ. Она приходит и пасется на лужайке. Когда ей вздумается, тогда она ест. Такая вот. Веселая картина.
Сейчас она погрызет, что ей надо. Покушает, съест столько, сколько она хочет. Ну так я этот прям гроздь эту я оставила. Все, кажется, ей уже хватит. Сейчас она все вазоны обнюхивает. Ну, у нее, кстати, это часто в виде протеста происходит. Если что-то ей дали не то, что она хочет, а не дали чего-то вкусненького, она демонстративно приходит и начинает грызть тут мой хлорофитум. Вылазь давай, вылазь. Ау, вылазь.